Всем привет! Сейчас будем пытаться собрать, разобрать камни, чтобы получить награды. Все по классике. Единственное, что отличается, то, что переделали оружейную драгоценных камней. И слегка неудобно, пока непривычно все это делать. У меня здесь один камень с пропуска, квадратный который, прямоугольник этот. Стараюсь его не задеть. На новые камни крови не хватает, 120 частиц, а в продаже их всего 100. Бесполезно покупать. Что-то тяжко камни стали даваться. Раньше проще они собирались. Пока наград по нулям. Я сильно ускорил видео, вообще в записи оно первоначально было полчаса. Ты охренеешь сидеть смотреть такую нудятину. Сначала просто усилил камни, получил 4 награды. Теперь будем химичить. Наша цель, как обычно, для тех, кто не знает, для новичков игры, потратить как можно больше материала. Сначала мы тратим сердца солнца, потом тратим все остальное. Создаем сначала Какие они? R8? Короче, камни крови. По максимуму. Сейчас разберу все. Вот эти перескакивания туда-сюда прям бесят. Раньше проще было. Создание камней в отдельную вкладку сделали, и неудобно переключаться постоянно. До максимум возможного создал пятигранник сначала, теперь второй. До максимум возможного, имею в виду, насколько у меня сердец солнца хватило. Сверху почему-то неправильную информацию пишут. Вот видите, сверху где 600 солнца написано. Вот, сейчас поменялось, 415 стало. Там фиксируется как-то оно, зависает. На самом деле у меня меньше. Там в конце я покажу это. У меня будет показывать там 4000, а их у меня ни хрена нет. Осталось 230. Скупаем с адского магазина. Оставлю на 4 частицы категерна. 60 тысяч обязательно надо оставить. И 200 золота. Я повторяю эти видео постоянно, вот в каждую лихорадку. Не для старых игроков, которые постоянно этим занимаются, а для тех, кто только пришел на канал. Есть очень много новичков, я вот ВКонтакте вчера залазил в группу, с 800-х королевств. Там есть новички, которые только-только изучают игру. Они задают такие наивные, смешные вопросы там.
Так, взял пятую награду. Не знаю, как давно, но, по-моему, тир вот на драгоценные камни поменяли. По 190 сердец солнца стали давать. Это много. Раньше столько не было. Бью я в основном 3 раза, пока сердца не выпадут. Иногда они выпадают и со второго, и с первого выстрела. Раньше я с тира выбивал на артефакты эту синюю хрень. Но артефакты, они по факту-то дают совсем мало. Их давно не изменяли. И повышают они статистику там копеечки совсем. Поэтому лучше на камнях побольше возьму. Или на чем-нибудь другом. Все, камни света я больше усилить не могу. У меня осталось 577 сердец солнца, а сущности нет ни хрена. Поэтому нужно переразбирать, чтобы я потратил в первую очередь сердца. Эту желтую херовинку. А уже потом тратим сущность. Поэтому все вынимаем и начинаем заново сборку, разборку. Вот про что я говорил. Посмотрите, сверху у меня 200 сердец солнца показывает. Но хотя их в наличии нет уже. Вот, изменилось на другом камне. Почему-то зависает эта информация. На камне крови не хватило этих сердец, чтобы усилить, поэтому делаем мечту.
Ее уже 84, а сверху все равно 120 показывает. Все изменилось. Камень света теперь усиляем. Осталось 20 сердец. 16. Все, 4 штучки осталось, их больше уже никуда не присунуть. Поэтому создаем камни хаоса. Там требуется только сущность камней. Сердца не нужны уже. Так, взял последнюю награду, возможную для меня, 345 тысяч. Выше не полезу, уже смысла нет. Поэтому снимаю опять все камни и ставлю уже, как оно будет в дальнейшем, на боевой режим. Здесь можно было дальше, наверное, уже не записывать. Создаю сразу здесь в оружейный нужный комплект, чтобы каждый раз сюда не залазить. 4 на атаку, 6 на здоровье. Пять на защиту. Один у меня уже стоит с пропуска. Его я не разбирал, не трогал. 2 шестигранника. Камни крови я не усиляю слишком сильно, прибавочку они дают небольшую, но тратят ресурсов много. Поэтому я лучше на мечту потрачусь. Шестигранники крови в продаже появились на этой неделе. По 20 долларов стоят. По одному камню. За 2 недели можно 2 шестигранника приобрести. Слышимость пиздец. Каждый пук и чих слышно.
слабоватые, конечно, камешки у меня. Кровь надо открывать. Еще один вид хотя бы. Всем пока.